это невозможно, чтобы оно было цель. Для меня это не цель, это каждосекундное ощущение. Еще мне повезло то, что у меня такой мир, такой музыкальный, что похоже, моя музыкальная драматургия, которую я собираю на сцене, она похожа на театр, на спектакль. И каждый раз, как змея, как бы освобождается от своей кожи, я каждый раз как-то, у меня каждый концерт как исповедование. То есть у меня каждый раз как-то я заново рождаюсь.